Московской области единовременная выплата для родителей школьников стала большим подспорьем, особенно для многодетных и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. В Ходькове проживает семья Блиновых, в которой подрастает трое детей. Двое из них – школьники. Дочка Ульяна – ребенок с инвалидностью, но, несмотря на свое особенное состояние, девочка в этом году окончила художественную школу с красным дипломом и желает продолжить обучение по этому направлению. Когда рисуешь, ты уходишь в себя и рисуешь от души. Ну, от души, чтобы другим людям понравились твои картины. Для семьи Блиновых возможность получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка стала существенной материальной поддержкой. Денежку вот я получила на двоих старших детей, причем была очень сильно удивлена, что 2 августа в 9 утра денежка уже поступила. То есть я уже заранее могу спланировать выходные дни, что у нас будет такой шопинг семейный, подготовка к школе. Нам нужно прикупить, естественно, вещи, одежду, канцелярские товары, некоторые товары для дополнительных занятий. Вот, например, сын занимается бально-спортивными танцами, туфельки надо, дочь художница. А эта семья Болховитиновых. Александра. Я учусь в 4 класс перешла. Я перешел в 9 класс. Это наша Сонечка, она пойдет в 4 класс. В семье растут 5 детей, 3 школьники. Один из них – ребенок с аутизмом. Заявление на единовременную выплату подавал папа. Я зашел на сайт госуслуг, и прямо на главной странице госуслуг я увидел объявление, предложение заполнить заявление. Недолго думая, заполнил заявление. Это заняло буквально 15 минут, потому что все необходимые данные были загружены предварительно на портал госуслуг. Осталось только кое-какие штрихи подправить, оформить и отправить заявление. Спустя непродолжительное время его рассмотрели. Выплаты на детей в этой семье тоже получили. Теперь есть возможность приобрести больше, чем планировали. Мама Светлана рассказывает, что нужно купить только одному ребенку, Александре, чтобы подготовиться к началу учебного года. Ей нужно 35 тетрадей, только одному школьнику. Вот. Школьная форма, например, сарафан. Вот я чтобы запланировала на эти деньги получить сарафан 2000, блузка 1200, кроссовки 800, там штаны, спортивные штаны, футболка, мешок для сменки. То есть вот это получается, в общем-то, где-то около 8-10 тысяч, плюс-минус. Получить единовременную выплату могут те родители или законные представители, которые воспитывают детей в возрасте от 6 до 18 лет и являются гражданами России. Кроме того, единовременная выплата назначена молодым людям с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают учиться в школе из-за инвалидности. Это очень хорошее подспорье для семьи, тем более в преддверии 1 сентября, когда значительная часть бюджета уходит на подготовку детей к школе. И очень просто в Подмосковье сегодня подать заявку, нужно зайти на госуслуги. И на сегодняшний момент воспользовалось уже более 700 тысяч. Ну а всего детей в Подмосковье почти 1 000 000, которые могут получить данную выплату. Пособие на школьников в размере 10 тысяч рублей выплачивает пенсионный фонд. Выплата будет осуществляться единоразово. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».